Музыка в моей жизни с Кеном Бартоном. Добро пожаловать на программу «Музыка в моей жизни». А какая музыка играет в вашем плеере? Почему она именно такая? Она что-то говорит о вашей личности, и как она влияет на вас, когда вы слушаете ее? Для того, чтобы больше узнать о взаимосвязи между музыкой и разумом, я пригласил сегодня психолога, певицу, автора песен и писательницу Белинду. Оставайтесь с нами, и все узнаете. Белинда, спасибо, что пришли к нам на программу. Как мне поздороваться? Добрый день? Да, можно и так. Чем же вы занимаетесь? Я учусь, работаю, пишу музыку. Обычно комбинирую этих три вида деятельности в разных соотношениях, зависимо от времени. Какие у вас есть самые ранние воспоминания, связанные с музыкой? Ваши родители музыканты? Да, наша семья действительно очень музыкальная. Мой папа играет на нескольких инструментах, мама всегда пела, дедушка насвистывал. А я, будучи еще малюткой, садилась на диван и делала вот так, еще до того, как научилась играть и даже говорить. Прямо как музыкальный стульчик. Да, точно. Думаю, это не совсем мое первое воспоминание, потому что я лично этого не помню. Мне рассказывали, но помню, что с очень раннего возраста я хотела играть на пианино. Занятия музыкой всегда поощрялись в нашей семье, и это было частью жизни. Мои братья, сестры играли на инструментах и пели, когда мы собирались вместе. Это было чудесное время. Музыка всегда была моей второй природой, если задуматься. Это что-то особенное для меня. Является ли музыка, какую слушает человек, зеркалом того, кто он есть на самом деле? Расскажите нам побольше об этом. Почему музыка — это отражение того, кем мы являемся? Ну, например, вы ведь тоже композитор, поймете меня. Часто я писала произведения, которые были отражением того, кем я являлась на тот момент, в тот период моей жизни. Я писала в контексте тех чувств, переживаний, событий, которые происходили тогда со мной. Напишу я музыку через 6 месяцев или через год, или через 5 лет, и после того она бы, думаю, существенно отличалась. И иногда я слушаю эти произведения и вспоминаю, какой я была в то время. Это почти как просмотр фотоальбома. И потом, если подумать, этот же опыт применим и к слушателю. Тот, кто слушает музыку, испытывает определенные чувства. Они разные, так как у каждого свой жизненный опыт. А также каждый из нас будет испытывать разные чувства, даже если мы будем слушать одно произведение. Произведение сейчас нас может растрогать, но если мы его послушаем через год, оно может не оказать уже такого влияния на нас. Что-то другое уже зацепит. Мне кажется, в этом смысле как раз музыка и является зеркалом. Значит, композиторам не стоит переделывать свое музыкальное произведение, потому что это как снимок их жизни в этот момент. И теперь можно начать все пересматривать, потому что ты думаешь, ну ладно, я нашла хорошую идею. Хочу добавить ее туда. Да. Я думаю, что это хорошая идея, это хороший баланс. Я знаю, что есть композиторы, которые напишут свое произведение и больше не притрагиваются к нему. А есть те, кто переделывает по много-много раз. А какую музыку можно найти в iPad Белинды? Или в плеере? Ну, вы найдете там Баха, немного произведений Моцарта. Мне нравится Дебюсси. Там также есть немного джаза. Я, в общем-то, больше люблю инструментальную музыку. Да. Чтобы слушать вокальные произведения, надо быть в соответствующем настроении. Они часто влияют на меня, так как мне не хотелось Точно. Бы. Поэтому я предпочитаю инструментальную музыку и саундтреки. Саундтреки к фильмам? Да, именно к фильмам. Вот такой у меня плейлист, так сказать. Говоря о музыке и психологии, и арамейском языке, кроме того. Вы также неплохой фотограф. О, да. Значит,
Это просто еще один творческий способ самовыражения. Я наслаждаюсь, когда запечатлеваю моменты жизни. Отличается для вас музыка и фотография, или это один источник творчества? Для меня это один источник творчества, да. Вопрос только в том, через какое средство моя креативность будет выражаться. Я изучаю психологию фотографии. Например, почему мы фотографируем именно так? Почему мы, листая журналы, сидя в лондонском метро, замечаем что-то конкретное? Почему именно оно привлекает наш взгляд? Почему именно это? О чем это говорит, и есть ли что-то в композиции фотографии особенное, что для нас приятно в ней, что неприятно. Я думаю, много чего можно сказать о фотографии на более глубоком уровне, и мне нравится изучать Вы это. Вы проводили выставки в каких-то общественных местах? Да, такое было. А где можно посмотреть ваши работы? Сейчас на моем веб-сайте. На сайте, хорошо. Они были выставлены в Лондонской галерее, однако это было несколько лет назад. Хорошо. А что же такое... Внутренние пейзажи. Расскажите нам о них. Это общее название собрания нескольких произведений. 9, или, если быть точным, которые были написаны на протяжении нескольких лет. А цифра 9 что-то означает, или это просто так? Нет, нет, нет. Это просто совпадение. Да, я не вкладывала в это какой-то смысл. Просто столько произведений собралось, когда я записывала определенные воспоминания. Почему я дала такое название «Внутренние пейзажи»? Вспомните, когда вы едете в поезде и смотрите из окна, каждый раз вы видите что-то новое. А теперь представьте, что вы сели на поезд в вашем воображении. Каждый раз вы видите разные пейзажи, а внутренние, потому что мы говорим именно о таких пейзажах. Потому это просто путешествие. В нашей повседневной жизни мы вынуждены бороться и решать задачи. Иногда нас окутывает страх и отчаяние, они сменяются верой и вдохновением. Вся эта гамма чувств, знаете, и переживаний. Вот как раз это все. Ясно, значит, это инструментальное произведение. А какие инструменты доминируют там? Ну, там есть и струнные, и духовые, немного ударных, такая вот постановка. И вы надеетесь, что слушатель испытает эти переживания? Да. Да, потому что сама их структура передает движение от света к тьме. Он начинается из тех светлых эмоций, которые мы испытываем, и затем движется к темноту, когда мы проходим действительно серьезные испытания. Как мы с ними боремся, что происходит внутри нас, и в конце концов мы снова возвращаемся к свету. Эти произведения, мне кажется, о надежде. Потому что я верю, что слушатель сможет найти для себя близкие переживания в одном или, может, в нескольких произведениях, потому что... Все эти переживания близки многим людям. Все через них проходят. Но нам всем уже не терпится послушать ваши внутренние пейзажи. Значит, мы сейчас поменяемся местами. Хорошо. И я буду наслаждаться дневным, вечерним или утренним пейзажем в музыке. Надеюсь, что пейзажи будут живописными. Да. Нет, нет, нет. Сейчас мы сможем убедиться. Ну, хорошо. Thank you.
Чувствуется особая атмосфера. У вас было много моих любимых комбинаций аккордов. Я рада. Так о чем это произведение? Это произведение рассказывает о мире. Оно как будто настраивает нас на все последующие пейзажные композиции. Оно, я даже не знаю, всякий раз, когда я слушаю это произведение, я представляю образ человека, который прожил уже значительную часть жизни, возможно, он сидит на диване и вспоминает разные моменты из прошлого. Они обретают конкретные очертания. Это не обязательно грустная песня. Я думаю, она передает переживания, борьбу, а также моменты красоты, счастья. Все это обычно переплетается. Думаю, этот человек просто смакует прошлое. А как вам удается передать ностальгию, эти воспоминания? Какие музыкальные элементы вы используете, чтобы создать такое произведение? Когда я писала, я не задумывалась об этом. Ну да, значит. Я просто написала его, и позже, когда я слушала его, я понимала, что именно там было задействовано. Да, так сказать, но, возможно, вы мне что-то поможете сказать об этом со стороны. Как по мне, вы брали такие контрастные аккорды, вот как этот. И получается такой результат, так ведь? Да. Для джазового музыканта достаточно привычный конец произведения. Да. Когда заканчивается оно таким переходом, ощущается почти напряжение какое-то. Борьба, пребывание на грани, правда, и потом... Разные модуляции.
Это как итог чего-то. И, конечно же, переходы в разные тональности, разные модуляции. И мне нравится, когда оно идет так. Первый раз, затем переходит в это, однако во второй раз оно идет так, да. А потом развязывается по-другому. Вот так. А что касается других произведений, чем вы можете с нами еще поделиться? Да. Да, есть произведение. Это одно из первых. Оно называется «Пространство». Оно очень похоже на произведение Дебюсси, очень пространное, с таким вот трепетанием. И потом... Затем оно переходит... И потом, когда звучит эта часть, думаю, это моя любимая часть, она является основой всего и повторяется разными способами. И это... Да, если вы используете такой прием. Это довольно удачный прием. И такое начало обычно вдохновлено восточной музыкой. Потому что вы используете эти пять нот, выстроенных в определенной последовательности. Отлично, я хочу услышать еще. Хотя бы еще одно, если можно. О, одно из моих любимых. Это вообще то последнее произведение, и мне кажется, что оно как бы подводит итог всего этого путешествия от начала и до конца. И вот оно. И потом это красной нитью проходит через все произведения. Напоминает мне похожую мелодию. Да. Потом оно идет вот так. Я не знаю, но это произведение одно из моих любимых, потому что оно как бы подводит итог всему, и каждая его часть напоминает какое-то одно из девяти произведений. Или еще одно произведение. Оно идет прямо перед этим. Тут есть такой мелодичный момент, с него все и начинается. Когда я его писала, мне было недостаточно сделать что-то посредственное. Это должно было быть все. Все очень эффектно. Да, и вот. Это вот... Это вдохновение. Затем соло флейты. And then again, and then the chorus as that goes, chorus, I mean. And then it keeps going. И так далее. Да, я прямо могу ощутить. Да, я слышу оркестр. Вы слышите оркестр? Да. Отлично, это прекрасно. Да. Мне всегда было очень интересно услышать, что люди скажут об этом. И в большинстве я слышала мнение только пока от своих друзей. То, что они заметили, и это очень интересно. Потому что снова-таки то, что ты слышишь, это зеркало. Да, и это да. Не только в музыкальном смысле. Это больше. Тут идет похоже, как у Рахманинова в одном из его ранних произведений. Да. И затем я всегда думаю, о, Рахманинов, а также задумываясь о том, что все, что мы слышим, оказывает глубокое влияние на нас. Оно как бы становится нашей частью, не так ли? Именно. И мы даже не понимаем, откуда оно берется. Точно. Мы отражение музыкального окружения. Да. Вы также получаете ученую степень доктора. Да, философии древнего мира. По философии, интересно. Мое понимание этого в человеческой концептуализации, пресократических, философских, но... Да, звучит очень запутанно. По сути, меня интересует то, кем является человек на самом деле. Соединение тела и духа.
Как мы представляем себе человеческую сущность и почему мы думаем именно так? Что повлияло на наше мировоззрение, что влияет на наш способ мышления? И вы изучаете арамейский язык и древнееврейскую историю. Если составить это вместе, можно найти довольно глубокий духовный подтекст. Некоторые книги Библии написаны на арамейском. Да. Значит, это как-то связано с вашей верой, которая привела вас к этому. Да, вопрос веры созревал годами, и потом я начала свое обучение. Но да, я всегда задавалась вопросами. Кто же я? Кто такой Бог? Как мы объединены? Как это все происходит? Что значит общаться с Богом? Думаю, каждый когда-нибудь задавался такими вопросами. Это главные вопросы. О, да. Подводя итоги, думаю, мы должны исполнить песню. Я имею в виду, если мы все это сопоставим, еврейский, философию, музыку, то, знаете, вспомним что-то из псалмов Давида или что-то подобное. Я так и знала, что вы предложите это, и поэтому приготовила одно произведение, которое сейчас звучит нам загадочно, пригодится. Не так ли? Ну ладно. Я предчувствовала, что вы что-то подобное сделаете. Ладно. Давайте поменяемся местами. Значит, я буду изображать царя Давида прекрасно. С его арфой. Танцев вам не обещаю, однако давайте споем. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим. Я буду просто следовать за мелодией вначале. Вы специально задаете такой ритм? Ладно, теперь будем петь латино.
Да, я люблю импровизировать. Да, я тоже. Сам факт. Да, я очень благодарен вам, что вы посетили нашу программу. Мне было очень приятно. Это было очень вдохновенно. И как-то по-восточному. Надо повторить. Сегодня мы немного глубже постигли силу музыки и то, как она влияет не только на эмоции, но и на интеллект. Кто-то сказал, когда музыка сражает вас, вы не чувствуете боли. Так что уделите время, просто сядьте и насладитесь звуками музыки. Я прямо сейчас это и сделаю. Сяду, включу музыку и буду наслаждаться.